Международное десятилетие языков коренных народов мира придается большое значение сохранению и развитию языков коренных малочисленных народов Севера. Институт перевода Библии в Москве старается вести эту работу именно через перевод библейских текстов на их языки. Для этой работы привлекаются носители языков. В городе Нерюнгри состоялся семинар по переводу Библии на эвенкийский язык. Меня зовут Анну Маннерма, я из Финляндии, живу в Хельсинки и частично тоже в Петербурге, Санкт-Петербурге. Анну, сейчас проходит семинар по переводу Библии, ну и частей Библии на эвенкийский язык. Вот как вы задумали такую работу переводить на эвенкийский язык? Но меня пригласили в проект, но я как-то не знала ничего, нет, про эвенков, вообще ничего. Я даже не знала, что есть такой народ, как эвенки. Но я случайно видела документ из Якутии, и там говорил эвенкийский мужчина. Даже до сих пор не знаю, кто он был. Но такое впечатление он ко мне тогда сделал. Так что я подумала, как-то в моем сердце такое чувство было, что именно эвенки будут такой народ среди среди них буду тогда работать. И даже у меня появился такой интерес к вашему языку. И потом я стала уже учиться, и она, Надежда Яковлевна Булатова, мне стала учить ваш язык. И как вам язык эвенкийский немножко? Конечно. Да, конечно, это было сначала вообще очень сложным для меня, потому что это совсем, совсем другой, чем наши языки в Европе. Как я уже знала, немецкий язык, английский язык, шведский язык и несколько других, как французский. Но эвенкийский язык совсем различается от этих языков, так что... Но сейчас уже я привыкла, но я разговаривать не могу пока, но я уже как-то, да, знаю примерно, о чем идет речь. А что за книгу вот вы держите в руках? Да, эта книга, это Библия Аятку Ульгурилин. Мы над этой книгой мы очень трудились с Надеждой Яковлевной, и она переводила, полностью перевела эту книгу, и я проверяла, как соответствует текст этой книги, как, оригинальные языки. Так что я знаю древний еврейский язык и древний греческий язык, и моя задача именно проверять. И как по-вашему, соответствует? Да. Думаю, что даже очень хорошо соответствует. Одной из руководителей семинара является Надежда Яковлевна Булатова, доцент Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Надежда Яковлевна сама эвенкийка, преподает эвенкийский язык. Ей была вручена премия имени Глафиры Макаровны Василевич на торжественном открытии международного чемпионата по оленеводству. Надежда Яковлевна давно занимается переводом Библии на эвенкийский язык и привлекает новых переводчиков к этой работе. Здесь вот мы уже почти неделю занимаемся. У нас проходит семинар по теории и практике перевода на эвенкийский язык. Этот семинар основывается на наших переводах, которые мы делали, во-первых, с Анной Николаевной Мыревой, которые уже опубликованы. Многие наши, может быть, слушатели и те, которые сейчас смотрят, они, может быть, знакомы, видели, может быть, не так хорошо, но во всяком случае имеют представление, что такая большая работа, она нами проводилась, Анной Николаевной.
И сейчас мы решили провести семинар этот на основании перевода псалмов. Но псалмы – это как бы песни, молитвы, да. Для... Это будет небольшая такая книга для того, чтобы люди, которые хотят почитать, помолиться, могли это сделать на своем родном ивенкийском языке. Эти икар, да, ауди тарбидинган, икар. Ну, поэтому, как мы организовали этот семинар вместе с богословским редактором Ануман Нерма. Она магистр богословия, сама она финка. И мы уже одну книгу выпустили, да, это «Девять притч». Многие, может быть, ну не многие, некоторые с этой книгой уже знакомы. И сейчас эту работу мы с ней продолжаем. А вот как вы думаете, что дает эвенкам вот эта Библия, которая на эвенкийском языке? Что такое Библия? Библия – это та книга, в которой есть культура целого народа и целого, ну, народа, который принес православие, да, с большими глубокими традициями. И, конечно же, каждый просвещенный человек должен знать Библию. И нам с Анной Николаевной, конечно, захотелось, чтобы наши венки могли читать Библию и на своем родном языке познакомиться. Кроме этого, такой культурологической направленности, да, конечно же, эта книга, в этой книге будет сосредоточена основная лексика нашего языка. Таким образом, мы сохраним нашу лексику. И вот наша работа, даже конкретно на этом семинаре, показывает, что мы пытаемся вспомнить старые слова, которые в обыденной жизни эвенки не употребляют, да? Мы будем делать ссылки и вводим эти слова, пытаемся, в обиход. Таким образом, с какими-то новыми словами наши эвенки будут как бы возвращаться к своим истокам и их возрождать. И таких примеров, кстати, не так, это самое мало, да? Затем мы, конечно же, следуя нормам нашего эвенкийского языка, стараемся, чтобы было правильно построено предложение, правильно построена фраза, словосочетание. Потому что очень часто даже такие смешные говорят, да, например, учитель заходит и говорит, «Илка, сядь каллу кунгакар, да, илкаллу, встань каллу», да, когда мы уже русизм превращаем, начало, основа, корень, да, русская «встань», «встань каллу», «сядь каллу», да, и такие, часто вот такие анекдотические смешные примеры происходят. А здесь мы все-таки боремся, как бы, чтобы был это чистый, правильный наш эвенкийский язык, без всяких искажений. И мне очень нравится, я даже не ожидала такого интереса, да, к этой работе. И мы даже без перерыва сидим, увлеченно работаем, ищут варианты и задают вопросы. Кроме того, что у нас есть практическая работа, да, потому что многие читатели не знают, а кто такой апостол, кто такой пророк, да? Ну, читают, да, а кто такой пророк на самом деле, что такое мессия и так далее. То есть много таких вот терминов, которые есть на русском языке, в русской Библии. Мы стараемся все это передать русскими, но это должно быть все адекватно подано. Я скажу несколько слов об участниках. Да? Это, конечно же, люди, хорошо знающие язык, преподающие. Это в основном учителя эвенкийского языка или вот журналисты, да, которые хорошо умеют владеть словом, знают, как с ним обращаться. И еще, наверное, я скажу, что это люди, которые приехали даже с разных регионов. Ну, конечно, основная масса – это те, которые живут в Якутии, с нами участвуют, преподаватели вузов, школ. Есть переводчица, которая и учитель русского, эвенкийского языка в прошлом, из Таймыра. Вы, наверное, ее записывали, да, есть, которые приехали из Амурской области. Это пока что это небольшая группа, но я очень надеюсь, что вот то, что мы начинали с Анной Николаевной, как-то будет иметь предложение, кто-то подхватит и будет нашу работу продолжать дальше.
Одна из участниц семинара – учитель эвенкийского языка и литературы школы села Уснюкжа Амурской области Любовь Николаевна Максимова. Ну, вообще в Уснюкже порядка около 400 эвенков. Ну, примерно, я точно не знаю, но около 400 было лет 5 назад. В школе занимается у нас 104 человека, 76 из них дети эвенки, которые изучают родной язык и литературу как предмет. Как предмет у нас преподается с 1 по 11 класс язык, родной язык и родная литература. Вот сразу к этому. С 1 по 11 класс... Один час в неделю. Ага, да. Один час в неделю. Но вам хватает учебников, методических пособий, вот для того, чтобы языку обучать нужны же вот это все материалы. Как у вас учебная литература? По каким учебникам вы их учите? Ну, на самом деле сейчас у нас только ведется работа по тому, чтобы издать новые учебники. Мы на данный момент по старым учебникам занимаемся, те, которые издали Пекунова, Надежда Яковлевна Булатова, Нина Ивановна Гладкова. Вот они вот все. Вот те старые учебники, по ним занимаемся. Мы берем оттуда грамматику в основном. Грамматику и некоторые упражнения для закрепления материала. А так вот новых у нас еще нет. Они только еще как бы разрабатываются. Уроки нельзя вести без рабочей программы, да? Мне пришлось делать рабочие программы на каждый, по каждому предмету, по каждому классу. У нас нет общих. Мне пришлось сделать для своего региона рабочие программы по родному языку, по литературе, литературному чтению для начальных классов. И для, по национальной культуре есть у нас внеурочная деятельность для начальных классов. Вообще программы разработаны с 1 по 11, по 7 класс по культуре, по национальной. А уроки у нас с 1 по 11 и литература. И родной язык рабочей программы. Дважды у нас в Министерстве образования они у нас утверждались. Ну, вот последний раз вот в ноябре уже по новым стандартам, по стандартам нового поколения. Потому что у нас первый и пятый класс уже идет по новому поколению. Поэтому нужно было бы переделывать все. Вот я знаю, что вы участвовали в конкурсе. Что за конкурс был? Так получилось, что мы... В прошлом году, это в 22-м году, ну, я участвовала в конкурсе лучших педагогических практик и вошла в шестерку лучших учителей региона нашего Амурской области. И эта наша шестерка попала в золотую тысячу учителей России. На ваш взгляд, перспективы вот, обучения эвенкийскому языку? Ну, сначала нужно, конечно же, сделать это методическую линейку учебники сделать. Во-первых, это нужна работа у наших учителей, лингвистов, ученых. В общем, нам нужны учебники. Потом, конечно же, учебники как бы это одно. Сейчас у нас дети приходят не владеющие языком и не понимающим язык. И нужно, конечно, поддерживать, наверное, традиционный образ жизни. Если в семье не говорят на родном языке, то дети приходят уже, как бы, для них родной язык эвенкийский становится как иностранным. У нас даже дети некоторые приходят, первый класс, они первоклассники, они часто у меня говорят, спрашивают, а когда у нас английский будет вместо эвенкийского будет? Потому что для них, как бы, тоже другой язык, чужой. Потому что родители не говорят на эвенкийском, и дети не знают и не понимают его. Ну, начинает, конечно, лучше с семьи. Это нужно семьи поддерживать, как-то с молодыми родителями работать, чтобы они разговаривали с детьми на родном языке, учили их. Потому что в школу они уже как бы уже готовы приходят. Они уже у них речевое развитие как бы заканчивается. Это же надо трех лет заниматься родным языком, вводить как бы в обиход. А в идеале надо разговаривать с рождения? Ну, в идеале, конечно, с рождения, но дело в том, что мы живем как бы...
Ну, получается, что второй язык усваивается с 3 лет. Основной язык, получается, у детей русский. Второй язык уже можно, уже дети могут как бы изучать с 3 лет, когда они уже знают один язык. Уже второй как бы уже могут изучать второй. Ну, так. Поэтому нужно и в детском саду вводить родной язык. У нас в прошлом году тоже в области создали методическое объединение. В него входят учителя родных языков, воспитатели детских садов, воспитатели интерната. Ну, у нас есть для детских садов тоже разработаны программы по родному языку. У нас даже был проект какой-то в прошлом году УМУК. Он проходил в селе Ивановском. Но я думаю, что это нужно во всех селах такое вести. Помимо того, что детский сад должен у него как бы своя образовательная программа по родному языку, еще должны вести, конечно, нам должна помогать культура, потому, чтобы они проводили больше мероприятий именно на родном языке и именно с семьями совместной. И чтобы участвовали не только дети, но и родители тоже. Много таких мероприятий нужно проводить. Потому что в школе, если мы проводим мероприятие, это как бы только для детей. А нужно еще и родителей привлекать, чтобы дети, родители видели, как дети разговаривают. Да? Чтобы они усваивали, ну не то чтобы не усваивали, понимали, что нужно детей своих учить родному языку, потому что дети не знают его. Они не видят, они думают, что вот один раз, один урок прошел, да, а они думают, что дети же каждый день учатся, значит, они, наверное, думают, что и дети учатся каждый день родному языку. На самом-то деле нет. Один раз в неделю мы с ними встречаемся. За этот период, ну, дети не запоминают ничего. Конечно, это очень сложно. Поэтому мне приходится многое искать всяких разных методических находок. Я чаще беру сейчас вот с иностранным языком. Как изучается иностранный язык. Язык изучать свой родной, мне кажется, никогда не поздно. Хочу пожелать настойчивости, что ли, устремленности. Чтобы именно вот я, сколько бы язык не знала, все равно учусь до сих пор. Даже вот на этом семинаре. Как бы тоже запоминаю и учусь. А язык, мне кажется, изучать можно всю жизнь. Галина Сергеевна Николаева тоже родом из села Уснюкжа, где живут ивенки. Она прекрасно знает язык и жизнь ивенков. С ней мы пообщались на своем родном языке. Расскажите о себе и о своих родных. Меня зовут Галина Сергеевна Николаева. Мои родители из рода Чакигир. Отец мой – Абрамов Сергей Иванович, мать Абрамова – Вера Аниковна. Они всегда жили в тайге, кочевали, у них были олени, они охотились на разных зверей. В нашей семье было 9 детей. Мы тоже кочевали с родителями, росли и жили в тайге с оленями. Отец всегда занимался оленями. Мама шила одежду, унты, шапки, рукавицы всем детям, себе и отцу. Сколько же оленей у вас тогда было? У нас были собственные олени. Сколько было, я уже сейчас не помню, но много. У каждого ребенка обязательно был верховой олень. Важенка была, были свои олени. Как ребенок рождался, ему сразу давали оленей, и верхового, и важенку, и самку, и быка. У всех детей были свои олени, с которыми вместе мы и росли. Онин ми бункин анактакару.
Когда мы кочевали и надо было перейти реку, мама давала нам лоскуточки, и мы их вешали на деревья, чтобы хорошо перейти реку. Когда мы останавливались на новом месте, родители говорили нам, чтобы мы не бегали, не кричали, не шумели. Надо было тихо вести себя, чтобы дух тайги нас принял. Потом мы садились кушать. В семье было две девочки, 7 мальчиков. Мужчины садились на почетное место напротив выхода. И там кушали. Мы с матерью садились у входа. И там сидели, кушали тоже. Когда садились кушать, отец кормил огонь. Просил у духа хорошей охоты, чтоб дал мясо, рыбы, хорошей жизни. Мы до сих пор, когда садимся кушать, обязательно кормим огонь, соблюдаем этот обычай. Чатильми, а минми не губканенькин тогоду. А я бидея галяна, а я байгал будан, улея будан, аллая будан. Бунан эткан тикандат чатильми тогоду вор не губканенерм. Бунан эткан тикандат чатильми тогоду вор не губканенерм. Тадук эвен килка тали иду тадук бичага, но тади нугиттерас тадук вет эвен кил умон бикитту эмат. А эвенки тогда жили где-нибудь в одном месте? Где вы жили? Ну, нугиттерденки вудна. Мы всегда кочевали по Кабектану, по Алдану. Я была маленькая, поэтому название не знала. У нас было одно место, где мы кочевали, где мы жили зимой и летом. Это была наша малая родина. Когда мне исполнилось 7 лет, я приехала учиться в школу. По-русски совсем не знала. Начала жить в интернате. У нас была 7-летняя школа, которую я закончила. Интернат туби бильчам, тадуби школа ваманакса, мундубичан надан класс. Мы всегда кочевали по Кабектану, по Алдану. Я была маленькая, поэтому название не знала. У нас было одно место, где мы кочевали, где мы жили летом и зимой. Это была наша родина. Когда мне исполнилось 7 лет, я приехала учиться в школу. По-русски совсем не знала. Начала жить в интернате. У нас была 7-летняя школа, которую я закончила. После этого закончила 10 классов в районном центре. А потом я закончила физико-математический факультет Института имени Герцена. После окончания института я вернулась на родину, в Уснюгу, Тындинского района Амурской области. Там я проработала 40 лет, учила детей математики. Когда ушла на пенсию, поступила в Бурятский государственный университет Улан-Удэ. Закончила его и стала учителем эвенкийского языка. После университета я работала в школьном музее, а сейчас нахожусь на пенсии. Я хочу, чтобы дети знали свой родной язык, чтобы эвенкийский язык не потерялся. Сейчас большая часть молодежи не говорит на эвенкийском языке, и мы, старшее поколение, должны им помочь, чтобы они знали свой родной эвенкийский язык. Участников семинара было много. И все они такие интересные люди, знатоки, носители эвенкийского языка. И то, что они занимаются переводом Библии на эвенкийский язык, дает уверенность, что эта работа будет успешной. Семинар по переводу Библии проходил в школе Арктика, что было обоюдно полезно и для учащихся, и для переводчиков. И такое общение очень помогает в изучении языков коренных малочисленных народов Севера.